Другим темам. Сегодня 2 года исполнилось радио «Север-ФМ». Напомню, первый эфир у наших коллег состоялся 1 апреля 2017-го. «Север-ФМ» — это всегда актуальные новости, различные программы, музыкальные новинки и, конечно, прямые эфиры по несколько часов в день. Моя коллега Александра Литкова расскажет о тех, кто делает теплое радио «Севера». У нас 2 ведущих и 2 года. Сегодняшний прямой эфир радио «Север-ФМ» начался с поздравления коллег. В этот день, 1 апреля 2017 года, впервые вышел эфир радио «Север-ФМ». Помню, как мы создавали это радио. Это была работа где-то 2 недели. Мы работали практически в круглосуточном режиме, потому что это первый большой наш опыт создания собственного радио. Нам нужно было придумать все программы, нам нужно было придумать прямые эфиры. То есть это была очень большая работа. Мы практически не спали, всегда были на работе. И когда у нас получилось, когда мы вышли в первый прямой эфир, вот это было счастье непередаваемое. Когда все заработало, пошла новая музыка, отличная от дорожного радио, современная, у нас получилось делать то, что мы хотим. Сегодня радио «Север-ФМ» — это актуальные и интересные новости, прямые эфиры на различные темы с розыгрышами призов, авторские, культурные и просветительские программы, а также самая лучшая популярная музыка отечественных и зарубежных исполнителей. В честь дня рождения ведущие объявили конкурс на самое лучшее поздравление от слушателей. Нам сегодня 2 года, именно радио «Север-ФМ», 24 часа вещания. Раньше у нас было другое радио, дорожное, там были у нас небольшие врезки. И вот 2 года назад мы свою линию, нам выделили свою линию, радиолинию, и вот мы сделали «Север-ФМ». И вот сегодняшнему дню мы приурочили такой пост ВКонтакте, создали 2 года, и под этим постом люди нас поздравляли всевозможными вообще способами. Кто-то видео присылал, кто-то фотографии, кто-то просто написал в комментарии поздравления. Впрочем, ведущие не стали выделять победителей, как планировалось. Поэтому подарки было решено вручить каждому участнику конкурса. Вот одно из ярких поздравлений. Я не хочу есть, мне как-то грустно. Не грусти! Включи радио «Север-ФМ». Как признаются ведущие, 2 года – возраст совсем небольшой. Впереди еще много работы и планов. Уже совсем скоро в эфире радио появятся новые программы. Будет расширен прямой эфир, а также появится онлайн-трансляция эфира. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».